В Доходаевском районе полицейские задержали двух злоумышленников, которые в сентябре этого года совершили разбойное нападение на семью. Добычей налетчиков стали деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 120 тысяч рублей. Подробности дела у Патимат Ханаповой. С какой целью вы зашли домой человеку и избили его? Выпившие были уже как-то, особо не соображали. Угу. Говоря о том, что побудило совершить поздней ночью нападение на односельчан, преступники находят одно объяснение – воздействие спиртного. Все бы ничего, но один из подозреваемых в подобных делах ранее имел опыт. 48-летний Рашид Алибеков, вор-рецидивист, ранее был судим за кражу. Ранее судимый? Да. По какой статье? По 144-й, часть 2-я, кража. Это что статья? Кража? Кража. Когда это было? В каком году? В 88-м году. Вы сидели, да? Да. Реальный срок? 3 года. Преступники вошли в дом через пластиковое окно, предварительно отцепив створки от рамы. Ворвались в масках и начали требовать деньги и драгоценности. Отсюда я вот там была, спала. Отсюда мне сейчас перестройка сделала. Что это сделала? Вот такой диван. Вот. Сразу за меня вот так взяла. Кулаками бьет меня. Кто они были? Вы их лица видели? Нет, не видели. Маски были. Маски были. Маски. Преступники наносили удары супружеской паре на глазах у несовершеннолетнего ребенка. В ход пошли даже тяжелые металлические инструменты. В результате хозяин дома был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. И от этого пластикового цвета зачем мне сюда? Вот 3 месяца уже не проходит. Оперировал. Вот такую ставил большой. По данным следствия, воры похитили денежные средства в сумме более 3000 рублей, а также изделия из золота и серебра на общую сумму около 120 тысяч, после чего скрылись. По похищенным предметам была направлена ориентировка территориального отдела полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению разбоя жителей села Киша Доходаевского района 1970 и 1986 годов рождения, которые после совершения данного преступления выехали за пределы Дагестана. Раскрыть дело помогли вещественные улики. Это отпечатки, оставленные на поверхности окна и на орудиях взлома. Следственные действия в отношении задержанных продолжаются. В скором времени им будет избрана мера пресечения. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Доходаевский район.